это дело мощно двигал. А мы развили некоторые аналоги, ну, на основе плазмона. Ну, во-первых, на всякий случай расскажу, что такое плазмон. Плазмон это собственное решение, которое существует в различных геометриях на разных металлических телах. Это как бы гибридное решение, которое включает в себя электромагнитную волну и электрон. Ну, в общем-то, оно описывается в рамках электромагнитной волны и эпсилон среды. Эпсилон среды включает в себя реакцию отклик электрона. Самый простой плазмон возникает на сфере. На сфере, как известно, значит, поляризация сферы пропорциональна величине, где эпсилон плюс 2. Это значит, что когда эпсилон металла равно минус 2, ну или минус 2 умножить на эпсилон окружающей среды, как бы получается, что поляризация шарика равна бесконечности. Но если отклик на внешнее поле равен бесконечности, это и значит, что существует собственное решение. Правильно? Вот. То есть решение, которое возникает и без внешнего поля. Ну и, соответственно, поскольку в жизни эпсилон равно минус 2 быть не может, там всегда должны добавиться потери обязательно, дисперсии и потери, то естественно, что идеального плазмонного резонанса нет, но тем не менее, там, где действительная часть эпсилон металла равна минус 2 эпсилон внешней среды, возникает резонанс с какой-то конечной добротностью, которая ограничивается потерями в шарике. И подобные решения, ну, во-первых, можно доказать, что подобные решения, вот, значит, это электростатический результат, да, если добавить электродинамику, там еще потерянное излучение добавится. Ну, вот, подобные резонансы в рамках электростатики возможны только при наличии отрицательного эпсилона, то есть металла, ну, может быть, реже каких-то других средств, например, графена. И подобные резонансы наблюдаются в самых разных геометриях, например, палочка очень полезная геометрия в том смысле, что вблизи концов возникает мощное поле. Возможность возникновения сильного поля и связанное с этим, ну, точнее, это следствие возможности локализовать поле в малых объемах, меньше длины волны с излучения в вакууме, это особое полезное свойство плазмона. Плазмоны позволяют, во-первых, просто получить мощную интенсивность поля, которая, соответственно, зависит от любой молекулы поглотителя, которая находится рядом. Это приводит к возможности развития методов спектроскопии, микроскопии и так далее. Подобные системы позволяют получить сверхразрешение и так далее. Ну и также рассматривались совершенно разные геометрии, такие как масштабируемые массивы частиц, где каждая следующая частица резонансно откликается на поле предыдущей и возникает как бы последовательная, очень мощная фокусировка поля. Плазмоны бывают... Но не у всех частоты одинаковые, смотрите. Да, потому что когда частица маленькая, много меньше длины волны, тогда резонансная частота перестает зависеть от размера. Там резонанс – это просто условие эпсилон равно минус 2, а эпсилон зависит от омега. Соответственно, резонансная частота – это частота, на которой эпсилон металла равно минус 2. А пространственная дисперсия? Там стоящая волна. Ну, пространственная дисперсия в веществе, в металле, здесь несущественна. А вот если как бы взять много шариков в среде, тогда может получиться среда, в которой существует пространственная дисперсия. Ну, я сейчас рассматриваю решение на одной частице. То есть к простой плазме никакого отношения не имеет, говорят. Там же волны. Там сложнее, конечно. Почему плазмон называется? Здесь плазма. Это просто из-за того, что дисперсия металла похожа на дисперсию плазмы. Вот. И изначально поверхностные волны, я так подозреваю, были. Это отголовка плазменная частота выходит просто. Да, 1 минус омега плазменный квадрат делить на омега квадрат. Омега плазменная. Да, частота Да, омега плазменная
условно, вот, приближенно определяется так же, как частота плазмы над плазмой, только там 4 перед Е квадрат на М, но М это эффективная масса электронов в металле. Но на самом деле эта формула имеет как бы ограниченную применимость, то есть там омега-плазменная довольно сильно еще само по себе зависит от частоты, там в пределах оптики оно вообще плохо описывает, там межзонный переход, ну в общем приближенно вот так вот. Да, вопрос N под черепину всех входит, и это как раз зависит от деталей, от частоты. N концентрация носителей. Какие варианты тут? Я думаю, что свободные носители металла. Может, вы эту дисперсию просто напишите или покажете на всякий случай? Так, если я отвечу на эту фломастер, эпсилон, я не буду писать равенство, потому что это приближенно выполняется в узких диапазонах частот. Значит, во-первых, в идеале 1 минус омега-плазменная квадрат на омега-квадрат. Потом для того, чтобы получить локально, там, значит, эпсилон. Вот, потом, значит, лучше я напишу не омега квадрат, а омега, омега плюс и гамма, дисперсию друга. Потому что в металле довольно сильные потери. Вот, значит, если рисовать эпсилон, действительную часть эпсилон, она ведет себя, ну, похоже на эту формулу, но реально присмотревшись, как попытавшись интерполировать действительную минимумную часть, будет видно, что только локальное сходство есть. Ну и чтобы улучшить локальное сходство, там обычно здесь пишут эпсилон 0, а реально в жизни лучше брать таблицу и ходить работать. Но тем не менее, поскольку дисперсия локально похожа на эту, и на самом деле на низких частотах она начинает довольно хорошо все-таки работать, там в районе среднего ИК диапазонного, там, когда лямбда меньше, ой, больше 2 микрон, то поэтому называют плазмоном. То есть зеркало, кстати, отсюда получается? Зеркало, да, отсюда. Вот зеркало, видите? Да, зеркало отсюда. А плазмон — это обратная сторона зеркала. Возможность, да, не только... Это рядышком с той стороны, где дисперсия, ну, где волны появились. Это запрещено зеркало. А сколько собственных колебаний вообще? Какова добротность, да, как бы? Сколько собственных колебаний? Мод сколько? Да. Кроме двуполя, есть еще другие? Да. Я понял. Да, у шарика, вот проще всего с шариком разобраться, там есть все мультиполя. Вот. Ну, там условия эпсилон равно минус 1, минус 1 делить на n, где n это, значит, единица для диполя, двойка для квадрополя и так далее. Вот. То есть только электрическим условием? Ну, в рамках электростатики, конечно, да. Вот. А реально в шариках есть и магнитные моды, это просто они возникают, когда вы увеличиваете размер шарика. Токи должны быть фичные. Да, там... Частоты для них разные. Да, то есть даже в пределах электростатики, когда частота явным видом, в явном виде в уравнение не входит, и собственным числом является эпсилон металла, все равно получается разный эпсилон для разных мультиполей, да? И, соответственно, и частоты разные. А для квадрополя не помните, что такое? Помню. Сейчас. Ну, точнее, я помню общую формулу, что эпсилон равно минус 1, минус 1 на n. Вот если n равно 1, это диполь, минус 2 получается, а n равно 2, это квадрополь. N в смысле n? L пишет большую. А, да, точно, вы правы. Так и почему-то были в этих всяких книжках, там пишут этот N. L большой надо писать. Ну, это тоже L большой. Вот. Хорошо. То есть минус 3 вторых получается. И вообще мультипольные частоты накапливаются вблизи минус единички. Тогда, ну, значит, я здесь напишу эпсилон. Хотя есть дисперсия, как вот услышали. Эпсилон омега, да. Глобальная дисперсия получается. В общем, мультипольная. И есть дисперсия. Да. В каком-то смысле. К, Х и угловой Х меняется. Ну, то есть. Скорее это аналог волнового числа. Только на силе. Но чтобы было волновое число, можно, например, расположить частицы периодично, и тогда по ним побежит. Само и на сфере выполняет роль волнового числа. Я понял, по кругу. Да. Да, это есть, да. Угловой К. Да. То есть в вашем случае бесконечное число мод. Да, бесконечное число мод, и эпсилон равно минус единичке — это точка накопления этих мод.
Вот, но реально там модульное разложение с точки накопления работает как бы не очень хорошо. Ну ладно. Ну, кроме всяких ограниченных тел, типа шариков и прочих, плазмоны еще бывают бегущие. Например, самый простой плазмон описан как поверхностная волна в виде задачи в Ландау-Лившице, электродинамика сплошных сред. Ну, Ландау-Лившице еще не знали, что это плазмон. Вот. Это, значит, волна, которую можно сшить, волну, убывающую в вакуум из-за полного внутреннего отражения и убывающую в металл из-за того, что там отрицательное эпсилон. Вот. У них там, значит, избеданс. Удается сшить, получается простое дисперсионное уравнение. Вот это, значит, на рисунке показаны силовые линии электрического поля и магнитного поля. И по обычной терминологии такие волны называются ТМ-поляризованные, да, с поперечной магнитной поляризацией, потому что волна бежит туда, магнитное поле направлено так. Электрическое поле имеет поперечную, то есть вертикальную и продольную компоненту. Получается, что типа волна. Да, это аналог волновода. Единственное, что волна в эти стороны не локализована. Но если взять плоский волновод. А? Плоский волновод. Да, да, правильно, действительно, плоский волновод. Но бывает аналог и трехмерного волновода. Например, если взять грув, то, что называется, или channel канал, или канавка в металле, грубо говоря, про гвоздем провести. Ну, на самом деле, конечно, там все довольно сложно. Нужно дно очень тщательно делать, чтобы по канавке бежало. Или чаще делают wedge, клин. Вот на таких структурах существуют локализованные решения. Это поперечный срез, то есть это... То есть разноцветное это снаружи? Да, разноцветное это снаружи, вот здесь вакуум, а вот это металл. И существует решение в виде волны, которая бежит вдоль клина, вдоль ребра клина и от него не отрывается. Это добивается этого, во-первых, тем, что длина волны, ну не то, что добивается, но как бы само так получается, длина волны меньше, чем длина света в вакууме, поэтому волна не высвечивается, не излучает. Ну и во-вторых, она существует при таких условиях, когда вот такой плазмон не существует, и поэтому она сюда не убегает. Вот. И аналогичное решение вот канавки, и в общем-то, можно, если бы не потери, эти системы можно было бы рассматривать как линии передач с очень короткой волной, очень хорошей локализацией. То есть скорости какие? Что? Скорости какие? Скорость, ну, на самом деле, там скорость, значит, небольшая, если говорить про ДОМГПДК. Вот, то есть плазмон всегда, его дисперсия находится ниже светового конуса, но реально не намного ниже, реально, к сожалению, в пределах, ну, с помощью металлических конструкций, если вот есть, значит, польза в виде локализации волны, то есть возможности ее запихнуть в очень маленький волновод, много меньше лямбда пополам поперечных размеров. И значит, возможность локализации, возможность распространяться. Оказывается, что когда волна очень сильно локализована, из-за потери она бежит недалеко. И чтобы, но с другой стороны, если пожертвовать локализацией, то есть рассмотреть решение, которое распухает до нескольких гринволн, но все равно привязано к гривню, то тогда можно получить длину пробега десятки микрон, и иногда даже сотни микрон получается. То есть, в принципе, плазмоны могут жить долго, но тогда и слабо локализованы. Получается довольно забавно, как будто волновод, у которого слиплись. Да, в каком-то смысле так. Вот здесь. А, вот здесь. Есть, вот, смотрите. А, вот это вот, да? Да. И есть, ну да, это как бы резонатор без полости, получается. В каком-то смысле. Что остается только поверхностные люди. Да, зеркала остаются. То есть это резонатор минимального размера, состоящий только из зеркал. Или как фабрик первого резонанса нулевого порядка, можно так сказать. Ну вот. Теперь, значит, поскольку потери действительно являются проблемой для различных применений плазмоники, то естественно, что люди пытались использовать усиливающие среды для того, чтобы компенсировать эти потери. И дошло даже до того, что усиление
превзошло некоторый порог, а именно порог генерации. То есть получился аналог лазера, но для плазмонов. То есть получился прибор, включающий в себя квантовую точку или какую-нибудь другую усиливающую среду. В жизни обычно это краситель, в расчетах удобнее квантовая точка. Ну, в общем, двухуровневая система. И какая-нибудь плазмонная система. Например, проще всего взять сферическую наночастицу, да, там самое простое решение. В принципе, квантовая точка будет излучать и в вакуум, просто излучать, как обычно, и безизлучательно передавать энергию в плазмон. Но если квантовая точка находится достаточно близко, то из-за малого размера наночастицы, много меньше длины волны, получается, что объем мода очень маленький, и коэффициент связи квантовой точки и плазмона намного больше, чем коэффициент связи квантовой точки и мод вакуума. Поэтому ну, настолько больше, что даже излучением в свободное пространство можно пренебречь. Ну, как бы можно наблюдать процесс за счет этого, можно смотреть спектр. Но в целом можно ограничиться рассмотрением экситона квантовой точки и плазмона наночастицы. В этом случае используя эти спайзеры, в общем-то, могут возникнуть непроизвольно. Например, есть разные предложения о том, что можно напихать наночастицы в среду и получать необычные свойства этой среды как композита. Можно более сложные частицы, там можно получить искусственный магнетизм на оптических частотах, отрицательный килоумлейн, там много всего предсказывалось, но вот потери все портят. Это такие композиты называются метаматериалы, то есть композиции, держащие резонансные металлические включения. И вот предложение включить, компенсировать потери в таких композитах с помощью использования активных сред, оно сталкивается с проблемой. Там такие спайзеры образуются сами собой, то есть квантовая точка начинает усиливать не волну, которая распространяется в композите, она просто начинает генерировать плазмоны на ближайших наночастицах. Вот. Но спайзер, кроме этого побочного эффекта, имеет и пользу определенную. Вот. Ну, начнем с того, что просто разберемся, как его описывать. Описывать его можно примерно так же, как и лазер. Один из простейших способов описания лазера – это описание тремя оптическими уравнениями блока. Эти уравнения на три величины. Во-первых, первое уравнение основывается на уравнении Максвелла, но к нему применяется модовое приближение. В данном случае модуль является плазмон. То есть мы записываем временное уравнение на амплитуду плазмона. Ну, тут, естественно, приближение медленных амплитуд также используется, чтобы получить первую, а не вторую произвольную по времени. И получаем обычное, достаточно простое уравнение, которое описывает затухание мода резонатора с временем тау и взаимодействие с константой омега, омега имеет размер частоты, с переменной сигма. Переменная сигма имеет смысл поляризации квантовой точки. На нее также пишется уравнение, квантовая точка описывается двумя переменными, поляризация и инверсия населенности, они соответствуют недиагональному и диагональному элементам матрицы плотности двухуровневой системы. Ну, как бы для двухуровневой системы можно переписать уравнение на эти элементы матрицы плотности более понятных переменных, поляризация, инверсия населенности. Что отсюда можно увидеть, что система уравнений нелинейна. То есть вот второе уравнение содержит произведение мода, амплитуды мода резонатора на инверсию населенности. И третье уравнение содержит произведение, опять же, мода на поляризацию. То есть это аналог балансных уравнений, да, для вас? Да, это здесь нет какой-то квантов в таком прямом виде. Да, здесь завуалировано. Если у вас выступал Андрианов, наверное, я не знаю. Да, он был. Тогда вы видели... Я правильно понял? Сигма – это не диагональный элемент матрицы плотности. Да. А D – это что такое? D – это ро 2,2 минус ро 1,1. А. Разность населенности. Средний симпозон.
Да, если тут был Андрианов, то вы уже видели эти уравнения, но с крышечками. То есть они исходно пишутся для оператора. Вот. Но поскольку как бы, есть сложности в решении уравнений с оператором, есть определенные подходы, развитые на лазерах. Видимо, подразумевается, что сигма колеблется существенно быстрее, чем моды на наночастицы. Ну, во-первых, тут можно говорить о двух колебаниях. Несущие колебания у них, конечно, с одинаковой частотой, и как бы приближение медленных амплитуд как бы вычленило эту экспоненту. Потом есть еще возможность медленных изменений по сравнению с оптическими частотами. Оно описывается временами релаксации. И здесь еще пока что нету. Просто в первом уравнении я не вижу осцилляции. Да, а во втором уравнении не вижу осцилляции. Дело в том, что это уравнение на медленные амплитуды. Вот, то есть, значит... То есть тогда получается и дельта это не сами колебания, это, да. Это медленный дрейф это, да, это отклонение собственной частоты. Тут как бы в задачу спрятаны два осциллятора. Один это мода резонатора, то есть плазмон, у него одна частота. А другой это мода частота перехода квантовой точки, свой осциллятор. Они в идеале должны совпадать, чтобы накачка была наиболее эффективна, но могут немного отличаться. Вот эта отстройка это дельта. То есть дельта это достаточно малое по сравнению с несущей оптической частотой отклонение. Разных частот, да. Вот. Поэтому действительно она приводит к некоторым осцилляциям. Вот. Ну, а к сигма он был талдер конечный, да? Не можем там сигма вот, талдер конечный, тау сигма. Вот здесь вот? Да. Ну, в общем случае тау сигма и тау д различаются, причем это связано, ну, в идеальном случае в два раза всего различается, но реально тау сигма всегда меньше и, как правило, намного меньше, чем тау д. Это связано с взаимодействием, ну, в основном с фаномами. То есть сигма содержит еще фазу колебаний, и эта фаза нарушается не только тогда, когда инверсия населенности быстро падает, но и тогда, когда сбой фазы происходит. Поэтому сигма обычно релаксирует иногда даже на 4 порядка в реальных квантовых точках быстрее, чем c. Ну, вот. Теперь, значит, еще один вид спайзера, конечно, если можно генерить локализованные плазмоны на наночастицах, то можно также генерить и бегущие плазмоны. Это, значит, в качестве саморекламы процитирую одну из наших работ. Если взять канавку и замкнуть ее, например, в кольцо, то и накидать в нее квантовых точек, то, как показал наш расчет, можно устроить плазмон, который бежит, причем ослабление в при ослабление, связанное с затуханием плазмона в металле, можно компенсировать накачкой квантовых точек. Вот это зеленое облачко – это распределение поля в плазмоне. То есть он бежит по дну канавки и усиливается квантовыми точками. Это как бы претендент на линию связи в каком-то смысле. И, кроме того, такая система, замкнутая в кольцо, начинает генерить. То есть плазмон, бежав по кругу, оказывается усиленным. Получится лазерный бегущий волны, ну точнее спайзер. Спайзер я, наверное, не объяснил. Ну, вы знаете после прошлого доклада, что это как лазер, но вместо лайт там все это с плазмой. Да? Генератор появился с плазмой. Вот. И что, не расширяется вот этот кружочек? Расплывание? Да? Расплывания почти нет. Ну, расплывание из-за части. Там, наверное. А, это уже учитывает потери. То есть мы всегда плазмоны считаем с потерями, иначе можно получить совсем не так. Потери сильно действительно могут влиять, но они в основном деформируют дисперсию. А как сами точки накачивают? Вот, это интересный вопрос. Например, можно так сделать ультрафиолетом. То есть если сам плазмон примерно обитает вблизи там 350 нанометров длина волны, то есть уже такой фиолетовый свет, то квантовые точки, которые вообще квантовые точки почти всегда накачивают более короткой длиной волны, чем они потом светят. Флуоресценция происходит. Это связано с тем, что у них вообще поглощение больше на
более коротких длинных волн. То есть как бы вы накачиваете на более высокий уровень и происходит релаксация на рабочий уровень квантовой точки. В ультрафиолете металл прозрачен, у него эпсилон положительный. И можно попробовать накачать. Например, вот эту, значит, нижнюю сделать, как бы, нижнее основание потоньше, квантовые точки будут недалеко от нижней грани, и можно прокачать эту систему. Ну, сильно потоньше, наверное, нельзя, иначе... Плазмон выскочит. Плазмон, кстати, не выскочит. Там тоже есть решение. Мы просто для простоты, как бы, решали параболическую канаву, там есть аналитическое решение. А вообще, вот, расчеты показывают, что и в системе, значит, в системе канава плюс поверхность металла тоже существует плазмон. Причем это будет, видимо, другой плазмон, он будет чувствовать эту поверхность. Да, он другой, он чувствует. Кроме того, там есть еще сильно другой плазмон, который здесь плюс, а здесь минус. Вот как моноконденсатор, как я вижу. А как располагается, что это получает и куда это получение идет дальше? Ну, это такой распространенный вопрос, зачем излучать в себя. Ну, вообще, это в каком-то смысле будущая возможность создать какие-то схемы на оптические схемы. Это, конечно, хорошо, но все оптические элементы большие. Да? Там лямбда пополам, меньше лямбда пополам, реально даже размер больше. Это минимальный размер оптического элемента, правильно? А плазмонный элемент может быть намного меньше. Там можно использовать тонкие проволочки и так далее. Вот, есть работы, в которых предлагается делать взаимодействие, например, электронных компонентов типа ядер процессоров через плазмонные интерконнекты, это называется. Да? То есть типа проволочки, по которой сигнал оптически, ну, как бы со скоростью вот, характерной для плазмоники, а не для электроники, то есть намного быстрее передается от одного электронного устройства к другому. Вот. И в принципе, если идти дальше и подумать, что можно вообще делать чисто плазмонные схемы когда-то, я не знаю, сейчас потери решать, что будет потом, не знаю, то полезны различные устройства. Ну, как бы, если электроника работает с частотами там, до гигагерц, то плазмоника может работать с намного более высокими частотами, порядка терагерц, частота модуляции плазмоника. И так, ну, тогда не годятся никакие электронные модуляторы, там на терагерц нельзя сделать. А такое устройство может быть, во-первых, источником в плазмонной схеме, во-вторых, оно, на нем можно сделать там, генератор терагерцовый, в смысле, стогибающий, который колеблется с терагерцовой частотой. Вот. Ну, это может быть сейчас еще во многом фантазии, но, в общем, это вещь в себе, потому что вообще схема вот, канала коммуникации должна быть изолирована. Это источник для канала коммуникации. А зимой, наверное, можно будет учиться. Да. Это, конечно, самая большая проблема. Вот. Но с другой стороны, появляется что-то новое, например, вот графен. Там потери меньше и все лучше. Вот. Ну, в общем, сейчас, конечно, из этого сделать компьютер нельзя даже. В принципе. Но это не повод не работать. Не повод не предлагать такие вещи. Так, а логические элементы вы на этом не пробовали? Логические элементы типа переключателей требуют какого-то управления или нелинейности. Правильно? И в принципе магнитооптика. Скажем, вот эту вот нижнюю поверхность, сделать ее изогнутую, чтобы она могла подходить ближе и дальше к канавке. Но все-таки логический элемент требует внешнего вмешательства, чтобы что-то можно было сделать, и система среагировала. Гибкую мембрану. Сделать тонкую пластинку. На одной стороне одна канавка, на другой другая скрещена. И ну, если, скажем, возможно встретиться один по одной канавке, другой по другой, может быть, они друг друга почувствуют, если будет достаточно мало расстояние. Ну, они-то точно почувствуют, но все-таки вопрос управления, он более сложный. И на самом деле пытаются всячески добавить возможность этого управления, в частности, механически, если сделать какую-то тонкую мембрану, тут достаточно мягкий полимер, можно там нажатием что-то менять. Потом магнитооптика – это хороший способ управления, то есть
магнитооптические среды реагируют на приложенное статическое магнитное поле. Есть всякие предложенные там, с кольцевыми канавками переключатели, типа того, что у вас есть вход и два выхода. Без магнитного поля оно идет на один выход, перекладываете поле на второй выход. Вот подобные вещи уже, конечно, нет. Ну, на микроволнах это известные. Да, но там магнитооптика сильнее, да, микроволны. А в видимом диапазоне или ВК там как бы магнитооптика, она такая слабоватая, то есть она дает, поправ не диагональный элемент эпсилон, порядка 10 минус 3, минус 4. Но даже на этом научились все-таки работать. Вот. То есть какие-то изменения, вот, скажем, за счет использования резонаторов можно усилить вот на внешнее поле. Может быть, здесь по сравнению с обычными электронными схемами есть выигрыш по частоте, а есть выигрыш по миниатюризации? По миниатюризации нет. Конечно, электрон можно запихнуть в намного более мелкий объем, чем плазмон. Ну и тут можно вспомнить, что плазмон — это гибрид как бы фотона и электрона, он поэтому такой средний. То есть у него частота близится к оптической, а размер все-таки, конечно, больше, чем у электрона намного. Ну, точнее, можно локализовать плазмон очень сильно, но потери будут совершенно... То есть будущие компьютеры будут быстрыми, но большие. И очень горячий. А все-таки какие рекордные скорости? Ну, терагерцы мы получали. Не, я не говорю, вот бежит ваше возбуждение. Ну ведь интересно, ну бежит оно там фазовая скорость, даже больше скорости света. Групповая, это же неинтересно. Групповая скорость, это как? Групповая скорость — это c делить на полтора, например. Вот. Ну, если приближаться к теме, начать приближаться к теме моего доклада, который спектроскопия на плазмонах, то можно сказать, что, вообще говоря, локализация поля вблизи острия – это достаточно давно известная вещь. Даже не знаю, раньше, чем слово «плазмон» появилось или позже. Ну, наверное, громоотводы намного раньше появились, да? Вот. А сканирующие микроскопы примерно тогда же. И, значит, если посветить на малое острие внешним лазером, то можно локализовать, создать большую интенсивность света на масштабах намного меньше, чем длина волны. Это тот случай, когда плазмонику не очень ограничивают потери. То есть это вот одно из, наверное, самое удачное применение плазмоники – это сканирующий микроскоп. СНОМ, сканирующий микроскоп ближнего поля. И в том числе развились методы не только микроскопии, но и спектроскопии на основе подобных систем. В частности, наверное, одно из самых широко используемых — это ТЕРС. Это усиленное острием рамановская спектроскопия, которая позволяет усилить рамановский отклик молекул на порядке, и одновременно это еще и дает и пространственное разрешение. То есть можно иголкой просканировать поверхность и увидеть, где, вот, когда иголка проходит какое-то местоположение молекул, увидеть, что она вспыхивает. Дает рамановский отклик. Вот. Но здесь, конечно, есть свои сложности, с которыми на самом деле народ более-менее справился. Например, внешний источник, который вызывает отклик всей системы, он, конечно, засвечивает площадку намного больше длины волны. Ну, там можно, например, светить одной поляризацией, при рассеянии получается другая, и мерить кросс-поляризацию. Например, так, или сбоку мерить. В общем, эти проблемы более-менее решены. Вот. Значит, то, что мы предлагаем, это некий гибрид, во-первых, этого, во-вторых, еще одной техники, которая известна в обычных лазерах, не в плазмонах. Это внутрирезонаторная лазерная спектроскопия. Эта техника позволяет мерить спектры, получать отклик атомов, даже в случае, когда переход, допустим, запрещен. То есть лазерная спектроскопия позволяет за счет многократного прохода луча через резонатор, в который помещен анализируемый образец, получать очень сильный отклик разных резонансных переходов. Так были померены разные там магнитные переходы, в общем, то, что обычно, до чего обычно добраться нельзя. Но, конечно, есть такой минус, что установка
для лазерной спектроскопии. Но технически очень сложно. То есть нужно очень точно, очень хороший лазер. Вот. И, конечно же, такие приборы не могут быть ни переносными, ни мобильными. Там. А сейчас же чего нужно? Или обнаруживать взрывчатые вещества, или там, не знаю, анализ крови, да? Обнаруживать какие-то вирусы, например. Конечно, такой прибор нельзя поставить в какое-то учреждение, там, или там, не знаю, на колонну метро и так далее. Вот. Поэтому, в общем, такие установки так и остались в лабораториях, и даже там не очень распространены. А можно? Почему большой размер? Ну, большой размер не в смысле, что огромный, а как лазер, вот такого размера. И чем более хороший лазер, тем лучше работает эта система. То есть, соответственно, получение рекордных результатов требовало достаточно больших лазеров, которые очень чувствительны к тому, как расположены стенки резонатора. Ну, просто на ФОПе на третьем курсе есть одна из самых работающих лабораторий. Резонатор на лазерной спектроскопии. В кабинете там на первом этаже стояла установка, по крайней мере, тогда, когда учился. Но даже не стол она занимала практически. Ну, стол, да, стол, конечно. Стол это много. Это не хороший резонатор фабрика выделал. Да. Ну, конечно, я не говорю, что это прямо вот передний край техники, что мало кто может. Нет, это обычный лазер, но просто не лазерная указка, а нужен вот хороший резонатор на столе. Его люстировать можно еще. Да, люстировать и не поцарапать зеркала. В обычной жизни это сложно. Да, он боится сбронить. Да. Там тоже. Да. Или если метро рядом проект будет ехать, то тоже очень много проводится. Вот. Значит, есть разные подходы к лазерной спектроскопии, там многомодовые, одномодовые методы работы рассматривали. Есть подходы, основанные на провалах в спектре генерации, которые выедаются поглощающими молекулами. Есть более простой подход, когда рассматривается генерация лазера как целое. Одномодовый лазер, влияние потерь, то есть если в резонатор лазера добавить поглощающую среду, то линия генерации лазера, то есть в зависимости интенсивности от накачки, просядет, то есть порог генерации увеличивается, линия уходит вниз. И если рассматривать чувствительность как относительную величину, то есть логарифмическая производная интенсивности по потерям, которые внесены в резонатор, то можно показать, что такая величина относительно изменения интенсивности стремится к бесконечности вблизи порога. Ну, это видно, что вблизи порога как бы вы делите, начинаете делить на ноль как-то относительно интенсивность времени. Но реально в жизни все ограничивается тем, что лазер имеет шумы. Шумящий лазер, а шумы связаны с любыми потерями. То есть любые потери в резонаторе, в усиливающей системе, где угодно, вызывают одновременный шум тоже. Шум приводит к сглаживанию лазерной кривой, то есть нет резкого порога генерации. И в этом случае получается, что вы уже делите не на ноль, а на остаточную интенсивность, связанную, ну, например, со спонтанным излучением там, квантовой точки в резонаторе. Квантовая точка не только индуцированно светит, но и спонтанно. И поэтому чувствительность метода начинает иметь ограничения, как раз связанные с шумом спонтанного излучения. Вот это было, значит, введение, теперь наши результаты. Мы в своих работах предложили три разных метода лазерной спектроскопии, точнее, скорее даже три реализации в разных системах. Самая простая – это реализация, использующая поверхностный плазмон, который распространяется вдоль пленки или поверхности металла. Ну, здесь желтое, потому что обычно используют золото. Золото имеет достаточно низкие потери в оптике. Серебро меньше, но серебро окисляется. Дальше, если нарисовать систему бороздок, это в нескольких публикациях проверяли, это экспериментально. Значит, такая система образует брегговское зеркало, тогда, когда расстояние между штрихами лямбда пополам. Лямбда – это длина волны именно плазмона. Это зеркало для плазмона? Да, это именно
такое зеркало для плазмона, есть даже статьи, в которых рассматривается плазмонная двумерная оптика. То есть они пытаются для плазмонов устроить вот как бы оптические устройства, зеркала там, линзы, с помощью такой оптики на поверхности. Мы эту мысль как бы подхватили и сделали, ну, резонатор, конечно, тоже до нас известен был. Вот если туда набросать квантовых точек, они будут генерить плазмоны в этой системе, плазмон будет бегать туда-сюда, усиливаться. Ну, то есть просто как бы обычный лазер, но на плоских волнах. Можно расставить беспорядочно или как-то их стремятся расставить аккуратно? Ну, скорее всего, если в резонаторе есть мода генерирующая, то ей более-менее все равно, как расставить квантовые точки. Главное, чтобы в узел поля они все не попали, но это маловероятно. Вот. Поэтому можно неупорядоченно раскидать. Они, естественно, основная часть квантовых точек попадет вне резонатора, а сработают те, которые внутри. Вот. Значит, детектор. Дело в том, что все-таки такое зеркало немножко будет тоже излучать там дефекты. То есть на самом деле такую генерящую систему всегда видно в микроскоп. Можно анализировать спектр генерации плазмона. Что значит видно? В каком диапазоне? Это оптика. То есть видно сами бороздки или видно, что они там светятся, как функционируют? Но поскольку система много меньше длины волны, то в обычный оптический микроскоп будет видно просто пятно. А, то есть но его можно... расстояние между этими зеркалами... Много меньше длины волны света в вакууме, но это может быть одна или несколько полуволн плазмона. Ну, если несколько, на самом деле это уже будет там несколько ляпов. И оно будет изотропно, да? Случать по всей стороне? Ну там, конечно, ну, наверное, это что-то типа диплоида будет. Какого-то. Ну, маленькая система. То есть вот на этих зеркалах часть плазмонов уходит в свет. Да, и на самом деле еще и шероховатость очень хорошо видно, потому что поверхность не идеальная, и плазмоны всегда, по ходу плазмона свечение обычно видно. В статьях рисуют, вот даже по клину плазмон бежит, на самом деле видно, что клин светится, просто эти потери меньше, чем внутренние потери металла. Вот просто из-за неидеальности самой структуры. Вот. И, ну, даже если любой снимок металлической наноструктуры посмотреть, видно, что она какая-то неидеальная, там шероховатость какая-то, неровная немножко. Вот поэтому нет проблем в детектировании этой системы, нет проблем в накачке, квантовые точки как бы в свободном доступе лежат. Проблема только в том, что поле накачки там возле металла ослабляется, но это тоже решаемо в общем падением под углу. Вот. И попадание молекулы, если подстроить интенсивность накачки на порог генерации, то попадание молекулы очень просто будет выключать эту генерацию. Вот. Ну, для описания этой системы мы стартовали с полной системы уравнений Максвелла-Блоха. Это может быть не очень интересно, здесь просто уравнение Максвелла, в правой части поляризация усиливающих, ну, квантовых точек. На нее пишется отдельное уравнение, n — это инверсия населенности. В общем, это типа тех трех уравнений, но с координатой. Здесь ротор-ротор, то есть координаты. Дальше мы сделали приближение, в рамках которого поперечное распределение поля плазмона считается фиксированным, заданным, независимым от генерации. А что там за красный вот такой вот криволинейный треугольничек? Вот, этот криволинейный треугольник описывает распределение поля в плазмоне. А. Магнитное поле. Оно как бы экспоненциально бывает от поверхности. Это, в общем, в литературе как-то люди так начали рисовать такие утюги на поверхности. Теперь все знают, что такая штука – это плазмон. Ну, значит, поддались этой тенденции тоже такой рисовать. То есть излучение детектора, оно, правильно понимаю, оно фактическое, оно будет промодулировано до радиации? Сейчас мы рассматриваем систему, где нет модуляции, постоянный режим, режим постоянной генерации. Вот. На самом деле, если туда еще, значит, посыпать вот квантовые точки, но без накачки, или прикрыть половину квантовых точек, оно тут же начнет генерить траверс. Получится лазер с насыщаемым поглотителем, и он будет там в режиме модуляции добротности. Ну, возможно же вот внутри вот эти, есть какая-то частота, да? Да, у него... У плазмона есть оптическая частота,
обе городка. То есть у него зависимость волнового числа от частоты. У него там целая дисперсионная. То есть это такой вот внутриоптический плазмон. Да. Высокочастотный. Да, он оптический, но на самом деле, скорее всего, легче это реализовать в ближнем ИК, потому что там потери металла будут. Для плазмон. То есть у самого металла поглощение больше, а плазмон туда не пойдет, он больше высунется в вакуум, вот так сместится, и будет в итоге меньше потери, поэтому, скорее всего, это ближний века спектр. Вот. А, зачем я включил? Значит, вот это самое поперечное распределение поля в плазмоне. Мы его приняли заданным, то есть считали, что оно сохраняется и не меняется от квантовых точек. А вот парадольно, если все-таки размер резонатора может быть большим, тогда не очевидно, сколько полуволн ложится в резонаторе, какая мода загенерит, поэтому мы решали уравнение Максвелла-Блоха, но с одной координатой, вдоль резонатора. Вот, вот это вот штрих, это пространственное производство. То есть одномерное уравнение, которое содержит время и одну координату. Уравнение в частных производствах. Расписали для случаев плазмона. Вот, и результаты получились следующие. Ну, во-первых, значит, естественно, что моды, которые получаются, это синусоиды от распределения в резонаторе. Естественно, что есть лазерная кривая в такой системе. Кроме того, чтобы получить какой-то спектр, мы учли неоднородное расширение линий, то есть то, что квантовые точки на самом деле распределены по частотам. Это связано с тем, что реальный ансамбль квантовых точек всегда там квантовые точки разных размеров, а у них размер определяет частоту. Вот. Поэтому достаточно всегда широкое распределение частот. Вы вроде вначале говорили, что там что не точки, а красители. Я тогда сказал, что в жизни реализуют с помощью красителя, а считают с помощью квантовых точек, потому что так проще. Краситель для расчетов хуже тем, что он, у него параметры хуже, чем у квантовой точки, у него там дипольный матричный элемент дипольного момента слабее, как бы сила осциллятора. Да? Ну, в общем, мы все считали, как-то привыкли считать для квантовых точек. Когда дело доходит до реализации, оказывается, что с ними все нехорошо. У них есть мерцание и прочие неприятные вещи. Вот. Но в расчете все замечательно. Ну, значит, мы распределили квантовые точки гауссовские по частотам и получили спектр генерации. Вот он показан синей линией. Он такой забавный, то есть он резко обрывается, когда вы отступаете по частоте на расстояние какое-то. Получается резкий обрыв. Теперь потом мы добавили, значит, туда поглотитель. Для этого пришлось, естественно, там в уравнение Максвелла-Блоха добавить еще одно уравнение на поляризацию поглотителя. Получили провал в спектре. Вот. И также, значит, если начать еще варьировать уровень потерь, то есть поглотитель добавляемый в резонатор, то получается, значит, вот эта черная область, она соответствует вот этому промежутку, где есть генерация. Черная – это область генерации от частоты. Значит, в отсутствии поглотителя система генерит в каком-то диапазоне частот. Добавляем поглотитель, то есть движемся вверх, и получаем провал спектра генерации. Из этого можно оценить там чувствительность схемы и так далее. Вот. Кроме того, мы провели линейный анализ этой системы. То есть получили эпсилон эффективное. Вот первая часть это эпсилон эффективное, это отношение волнового числа к омега к С. Вот это точный ответ для плазмона, а это добавки, связанные с накачкой и поглотителем. Этот линейный анализ дал довольно интересный результат, потому что он показал, что плазмонный лазер довольно сильно отличается от обычного. Чем он отличается? Если построить лазерные моды, а лазерные моды строятся, они имеют комплексные частоты, то есть собственные моды резонатора Фабри-Перо комплексные и имеют отрицательную мнимую часть. Вот, значит, показана комплексная плоскость частот, по горизонтали действительно, по вертикали мнимая часть частоты. Отрицательная мнимая часть – это затухание? Это затухание, да. Вот обычные моды Фабри-Перо со временем экспоненциально затухают. Но если включить накачку, то некоторые моды вылазят вверх, то есть у них, они начинают экспоненциально разрастаться, и дальше надо, ну, это лазерные моды, и там, значит, дальше надо учитывать эффект насыщения, чтобы
магнитуда стабилизироваться. Вот. У лазера это то, что свойственно обычному лазеру. То есть модуль фабрикируют, вы подкачиваете, они вылазят, начинают лазерить. Есть никому неизвестные, никому неинтересные моды, которые возникают из-за самой среды. То есть это отдельная система, мод, возникающая на частоте перехода усиливающей среды, а мнимая часть – это время релаксации усиливающей среды. Вот оказывается, что в случае плазмонного лазера эти кривые меняются местами, то есть там резонатор малодобротный, а усиливающая система оказывается в квантовой точке более добротной, чем плазмон. В результате оказывается, что лазирование происходит не на фабрике РУМОДах, которые были там, как бы в отсутствии усиливающей среды, а усиливающая среда создает новые моды в резонаторе, которые, естественно, вызваны как бы искусственной, ну, дисперсией электрической проницаемости эффективной, которую создала сама среда. Вот. Эти моды можно назвать полиритонами. Это моды, которые включают в себя, наверное, ну, они своим возникновением обязаны наличию колебаний на квантовых точках. Вот. Это показало, что спазер на самом деле эта система сильно другая, чем лазер. То есть он генерирует на модах, которых не было в отсутствии усиливающей среды. А? Тут еще раз, значит, что за моды? Связаны с тем, как пространственно распределены квантовые, ну, даже если равномерно распределить квантовые точки, как мы считали, эти моды все равно возникают. Дело в том, что слой квантовых точек возникает, приводит к изменению не только мнимой части эпсилон, то есть накачки, но и к сопровождающей ее дисперсии, изменению действительной части. И дисперсия, изменение действительной части вызывает появление дополнительных мод. Например, значит, резонатор, а вот там вблизи частоты накачки возникает резкая дисперсия эпсилона, она отклоняется. А поскольку эпсилон определяет длину волны, то оказывается, что в некой узкой области условия типов узкой области частот условия типа Фабри-Перо вдруг сумело выполниться там несколько раз. Вот. Ну, в общем, наличие квантовых точек приводит к возникновению новых мод в таком лазере. Так, вы раньше говорили, что не важно, как эти квантовые точки насыпаются. Ну, или здесь не важно. Мы считали равномерно. Вот. То есть, а вообще, вот, насколько равномерно их насыпать, это каждый или нет? Ну, в жизни, конечно, все на все влияет. И в основном, мне кажется, равномерность, она повлияет на размер вот этого шарика. То есть, ну, точнее так, эти моды имеют разное распределение поля. И если, значит, точки скопятся там, где, например, максимум этой моды и узел этой, вот это они могут перекореживаться. Да? То есть эта кривая может деформироваться из-за неравномерного распределения квантовых точек. Точки друг на друга влияют? Точки, значит, друг на друга на самом деле влияют. Это другая наука, наука о том, как делать квантовые точки. Это было большой проблемой из-за того, что мало того, что электрон может перескочить, это быстро научились там делать и балочек. Кроме того, они взаимодействуют электростатически, это называется ферстеровский механизм взаимодействия, там экситон перепрыгивает из одной квантовой точки в другую, но это тоже практически можно считать решенной проблемой. Опять же, ее решили люди, которые делают квантовые точки, они на них научились сажать шубу из полимера, который не позволяет им на нужное расстояние. А это останется, когда перейдут квантовых точек к красителю? Красителю. Но про краситель я не слышал, что были подобные проблемы. Наверное, потому что краситель всегда... Нет, вот такой вот перевернутый картинка, краситель сохранится. А, перевернутая картинка сохранится тоже. Это связано с тем, что ширина линии красителя, но она немного больше, чем не намного больше, чем у квантовой точки. Вот по частотам, вот действительно часть частот, вот это и есть ширина линии генерации. Вот. А соотношение, что ширина линии генерации меньше, чем ширина, как бы, чем ширина линии, соответствующая резонатору, это условие сохранится, и на красителе будет все так же. Вот. Ну и результат,
также мы получили, значит, сравнили область усиления, так, полученного из линейного анализа, из численного, они, естественно, совпали. Вот. Ну, также мы, значит, сделали некий анализ коэффициента усиления этой системы, но я думаю, что для экономии времени лучше вот, анализ системы как бы, спазерного спектроскопа как сенсора лучше сделать на другой системе, это как бы у нас получилось лучше. А именно второе, что мы предложили, это подобная система на графен. Графен – это супер-мега-известная система. В любом выпуске любого журнала, не знаю, по электродинамике, твердому телу, там иногда теории упругости, чему-то этого угодно, всегда есть статьи про графен. Вот. Но для электродинамики интересна высокая подвижность носителей, малая толщина часто бывает полезна, и интересные фундаментальные свойства связаны с тем, что это газ безмассовых электронов. То есть дисперсия электрона, дисперсия носителя в графине имеет вид такого конуса, как еще называется, дираковские фермионы, и из этого следует много полезных свойств. Для нас самое полезное свойство – это то, что по графену еще и могут бегать плазмоны, как по металлу. То есть вдоль листа графена может распространяться такая волна, подобная волне, которая бежит по поверхности. А что там сверху за крышкой нарисовано? А, крышка – это энергия Ферми, тот, откуда электроны насыпали. А откуда они взялись? А, нигируют? Там, да, или химически нигируют, или чаще электрически, то есть подносят электрод, это удобно тем, что можно просто менять напряжение, управлять системой, это очень полезное свойство. Вот, значит, для нас полезно существование плазмонов в такой системе, причем зачем вообще нужно это самое линирование? Дело в том, что если графен не накачать, не сместить уровень Ферми, то получится, что нижний конус заполнен носителями, верхний нет. Тогда любое оптическое излучение будет приводить к поглощению. То есть электрон, поглотивший фотон, попадет на незанятое квантовое состояние, потом он релаксирует, и, соответственно, будет очень мощное поглощение. Вот если приложить какой-нибудь потенциал, то многие переходы оказываются запрещенными. С энергией, когда частота излучения меньше, чем удвоенная энергия Ферми, как видно из этой картинки, поглощения не будет. То есть электрон не может растолкать тех, кто там находится уже в этих уровнях. Вот. Ну и, соответственно, плазмоны в этой системе имеют такую дисперсию, что, значит, сейчас поясню. А считается, что в верхней половинке их там сравнительно мало, поэтому поглощение не сильно. А, вы имеете в виду эту систему? А, наоборот, здесь все занято. А, в смысле, вот здесь. Нет, почему не нарисовать стрелку, которая ведет от верхней половинки конуса еще дальше верхней занятой? А, это на самом деле влияет, да. Это вносит вклад, из этого получается проводимость графена. Это вклад внутризонных переходов. То есть если есть волна электромагнитная, взаимодействие с графеном, она, конечно, вызовет переходы электронов, которые находятся в соответствующем слое вблизи поверхности Ферми. Вот. И это все учитывается, но получается умеренное, не какой-то гигантский вклад, а относительно небольшой в поглощение. Вот. А обратно будет что-нибудь светить? Возбудить-то мы возбудили, а дальше мы быстренько спустились вниз, горлышко рекомбинировали и все. Да, нет, дело в том, что не собираемся накачивать через графен. Такие статьи есть, где используют графен как оптическую систему. А мы хотим работать вот в этом режиме, когда нет поглощения. То есть использовать графен просто как среду с достаточно слабым поглощением. Дело в том, что даже вот в таких условиях, там действительно основной вклад даст внутризонный переход, поглощение не будет очень сильным. Значит, здесь на графике вот показана действительно мнимая часть проводимости графена. Действительная часть показана сплошными линиями при разных температурах. Ну, красная – это комнатная. И мнимая часть – вот такая ступенька. Ступенька возникает при удвоенной энергии Ферми. Тогда, когда начинает быть возможным переход вверх.
тогда резко вырастает поглощение. Интересно то, что, во-первых, одноатомного слоя достаточно, чтобы сильно на что-то повлиять. Всего один атом, но подвижность носителей в графене такова, что вот даже на одном слое, один слой очень заметен. Во-вторых, если посмотреть, какая, ну, сигма и эпсилон, это как бы разное обозначение того и того же, одного и того же, да? Эпсилон равно 4 пи сигма делить на омега. Если высчитать из этой правды... Это ошибка? Нет, полная. То есть есть обозначение, когда там говорят, что мнимая часть эпсилон – это сигма. Да. Но в оптике как бы разделять действительно мнимую часть особого смысла нет. И обычно говорят о комплексном эпсилон, но в графене, поскольку он пришел от твердотельщиков, видно, у них принято именно сигму рассчитывать, комплексную сигму. И комплексная сигма однозначно связана с комплексным эпсилоном. Вот. Если высчитать комплексный эпсилон из этой сигмы, получится отрицательная действительно часть эпсилона. То есть как металл, как плазма. Соответственно, там могут бежать плазмоны вдоль графена. Плазмон на графене выглядит как волна, которая экспоненциально убывает от графена две стороны. Примерно как на металле. И бежит вдоль листа графена. Но этот плазмон оказывается намного лучше, чем плазмон на металле. Во-первых, у него поглощение вот в металле, значит, ну, условно говоря, это добротность, значит, при некоторых параметрах. Ну, это добротность, это как бы обратные потери. То есть тогда, когда поглощение в 5 раз меньше, чем на металле, еще оказывается волновое число плазмона на графине намного больше, чем омега С. То есть это значит, что плазмон на графине очень хорошо локализован. Если на металле на самом деле получить хорошую локализацию сложно, сразу возникают огромные потери, то на графине запросто. Там локализация, то есть длина волны плазмона может быть уменьшена до отдельных нанометров. Так что даже эта волна начинает чувствовать вот эти вот шестиугольники, да, атом углерода, из которых сделан графен. Тогда начинают учитывать пространственную дисперсию и так далее. Вот. Но мы интересуемся случаем, когда это еще не обязательно. То есть длина волны плазмона намного больше периода решетки графена. Это подвешенный графен или? Да. Мы на подложке смотрим. Угу. Вот. Ну, в общем-то, там разница не очень большая, только технологически сложно, да, подвешенный сделать. Вот. Ну и геометрия системы, которую мы предлагаем, эта система очень похожа на ту, которую мы смотрели для металла, только нет надобности делать резонатор. Он и так, значит, есть работы, где показывают, что спайзер, генератор плазмонов, можно сделать на чешуйке графена. Называется графен нано-флейп, нано-снежинка. Вот. Ну, на нашем это чешуйка. Вот. И опять же, плазмон начинает туда-сюда бегать по этой чешуйке. Потом, значит, через некоторый спейсер, как бы слой через подложку, помещаем усиливающую среду, это гель-медиум, такую, которая будет сильно перекрываться с плазмоном, эта среда будет генерить плазмон на графине. Принцип действия тот же, что и в прошлый раз. Кроме того, можно эту схему реализовать с помощью заостренного оптоволокна, где, значит, усиливающая среда, спейсеры, графины. Тогда можно еще и чувствовать и получить пространственное разрешение. А где волокно? Оптоволокно это как бы вот это, как бы бутылка, да? Вот получилось похоже. Это вот заостренное оптоволокно приходит сюда. А вот это усиливающая среда, это точки опять или что? Ну, тут ответ как и раньше. Мы считали точки, а использовать, наверное, будет красиво. Красителя, конечно, еще плохо, что он выгорает и так далее, но почему-то технологи всегда на краситель переходят. Но это резон реально уже практически. Или это вы предлагаете? Что? Резон где-то или это ваши рисунки? Значит, спайзеры на металле реализованы уже в больших количествах. На графене я еще пока не видел сообщения о реализации. Пока пошла куча статей теоретически. Реализации я еще не видел. Но расчеты все более и более подробные. Там, в общем, уже решаются достаточно сложные модели, которые учитывают многие эффекты,
Думаю, что в ближайшие пару лет, скорее всего, эта система уже будет реализована. Система, я имею в виду, с фазерной графеней. А характерный размер какой вот этой таблеточки? Характерный, значит, ну, в статье, где была подробно просчитана эта система, по-моему, там длина волны света, ну, в смысле, частота соответствует длине волны света в 1,5 микрона, там размер чешуйки был 50 нанометров всего-то. То есть вот этого хватает, чтобы уложить полдвигной волны плазмона 50 нанометров уже вот на этой системе. Мы рассматривали там большую, ну, меньшую частоту, соответствующую длине волны света 6 нанометров, 6 микрон. И у нас там было, по-моему, 150 нанометров чешуйки. Вот. Ну и дальше, значит, мы пошли на некое искусственное упрощение описания для того, чтобы получить больший аналитический результат. Мы стали описывать эту систему даже не пространственными уравнениями, а вообще всего лишь скоростными уравнениями, которые используются в лазере. Вот. О правильности этого подхода можно спорить. Вот как раз сейчас статья лежит на рецензии, и посмотрим, как значит, общественность реагирует на такое предельное упрощение. Вот, кроме того, для того, чтобы. Да, дело в том, что, как я уже говорил, мы хотели оценить чувствительность этой системы к тому, что добавлено в резонатор. А эта чувствительность ограничивается спонтанным излучением усиливающей среды в модуль резонатора. И есть такой, опять же, упрощенный подход, а более сложный я расскажу в следующей части доклада. Упрощенный подход, когда число фотонов, значит, n это число, ну, обычно фотонов у нас плазмонов, d это инверсия населенности. В скоростных уравнениях исключается поляризация. Считается, что это адиабатически наследует за всем остальным. Вот. И, значит, упрощение состоит в том, что заменяется m, которая получается при обычном выводе скоростных уравнений, на m плюс 1. Ну, как бы излучение пропорционально не m, индуцированное излучение, а n плюс 1, еще добавляет спонтанное излучение. Вот. И есть книги, где как бы на каких-то пальцах это, значит, обосновывается. И мы решили, посмотрев, как хорошо получается лазерная кривая в такой простой системе уравнений, попробовать такой подход. Ну, значит, вот лазерная кривая получается такая, как нужно. То есть, если из этой системы выразить число плазмонов как функцию инверсии населенности, а точнее здесь удобнее наоборот выразить инверсию населенности как функцию числа плазмонов и строить, значит, наоборот оси, тогда получается хорошие вот лазерные кривые со сглаженным порогом. Как раз то, что то, к чему, как известно, приводит спонтанное излучение. Тогда, используя простоту модели, мы дальше можем уже аналитически оценить чувствительность метода. Чувствительность метода мы оценивали так. dm на n изменить относительная убыль числа плазмонов в резонаторе, вызванная появлением дополнительного поглощения в резонаторе, нормированная на аналогичную величину какой-то опорной схемы. Вот. В качестве опорной схемы мы выбрали то, что называется однопроходная схема, single pass, когда, значит, берется плазмон на графине, пробегает какое-то расстояние, считается, что там, значит, с какой-то концентрацией этот же самый поглотитель, что и в лазере, и по убыванию плазмона смотрится, значит, потом, насколько он убыл, меряется наличие поглотителя. Вот, ну и, соответственно, мы смотрим, насколько, как бы, мы увеличиваем чувствительность схемы по отношению к этой самой однопроходной схеме. Вот результат. Значит, удалось получить аналитическое выражение для этой самой чувствительности метода относительной, ну, чувствительность метода относительно опорной схемы. Мы получили кривую с максимумом вблизи порога генерации. Тут не видно или видно, такая очень тонкая линия, это порог генерации. Вот. Кроме того, значит, в эту чувствительность имеется два вклада. Вклад самого резонатора как такового, потому что резонатор приводит к многократному прохождению плазмона через
поглотитель, и, соответственно, есть какое-то усиление, вот оно порядка 30 с чем-то раз. И анализ показал, что это... А добротность там какая? Добротность там порядка сотни. Ну, вот как раз сотни. Ну да, но точнее так, на самом деле сотни должно было быть вот это. Потому что оказывается, что усиление пропорционально, усиление самим резонатором пропорционально добротности, но оно и здесь, и там сработали какие-то понижающие факторы, еще там коэффициенты другие. А дополнительное усиление за счет работы самого генератора, это еще корень из добротности. То есть в итоге q в степени 3/2 получается зависимость. Вот. Ну и дальше мы оценили другие вещи, которые принято оценивать в сенсорной науке. Это абсолютная чувствительность, то есть убыль числа плазмонов, вызванная появлением слоя малой толщины H, в котором есть поглощение ε2'. Вот. Эта величина пропорциональна этой же самой относительной чувствительности. Она показана на правой шкале, видно, значит, это как бы... то относительное изменение числа плазмонов, вызванное появлением слоя там, значит, несколько нанометров. То есть как бы из этой шкалы можно сделать вывод, что можно обнаружить слой порядка нанометра. Вот, чтобы это как бы перевести на более понятный язык, мы посчитали еще такую вещь, как detection limit, предел обнаружения. Это минимально возможная толщина слоя, которую можно обнаружить. При этом принято считать, вот так вот всегда все оценивают, что что возможно обнаружить такой слой, который вызывает уменьшение, ну, отклонение работы показаний датчика на 1%, то есть изменение числа плазмонов на 1%. При этом эпсилон мы считали, там ε2'0,01, получили 0.25 нанометра. То есть это даже как бы слой разреженных атомов. Ну, два слоя динамикстры. Да. Это, наверное, меньше, чем размер вашего поглотителя. Да, то есть разреженные атомы. То есть он не сплошной слой получается, да? Почему? А, если я... требует найти там нормальный слой. А, ну то есть моносмотр. Но еще слой смотреть состоит. Если да, там сходится, но я не купил. А если молекул, то уже молекулы... Если органика, то конечно. Да, мы скорее на органику ориентировались, потому что наша область работы 6 микрон это какие-нибудь как раз какой-нибудь органику. Ну там сегодня нас требует. А куда садиться, вот, чтобы представить, он должен свой положить? Ну, прямо на поверхности графена сюда. Наверное, лучше куда-нибудь в середину поближе к почте. Да, если тут одна полуволна, то как раз лучше сюда. Кто сюда сядет, того лучше обнаружить. А какая избирательность по составу химического? Что-то всегда сядет, вы же конкретно хотите обнаружить? Тут скорее спектральную избирательность надо использовать. Ну да, я про нее спрашиваю. Да, скорее всего, если нужно как бы сделать детектор какого-то определенного вещества, у него есть отпечатки пальцев, да, фингерпринт какого-то вот данной молекулы, тринитротолуол, например, что-то. Значит, надо сделать набор таких спайзеров, которые, в которых усиливающая среда нацелена на соответствующие длинные волны. Значит, сел тринитротолуол на первый, второй, третий. Он всех троих, значит, генерацию выключил, всех троих на моих 10-х спайзеров. Села какая-то другая молекула, первого, второго выключила, остальные остались. Значит, это не ТНТ. А чем здесь будет определяться, собственно, резонансная частота? Резонансная частота, во-первых, усиливающей системой, у нее есть своя частота перехода. И если, значит, работать на достаточно маленькой чешуйке графена, то мы, конечно, ее должны по размеру, по возможности подобрать так, чтобы там была мода. Лямбда пополам. Либо можно взять большую чешуйку графена, и тогда там будут часто расположенные моды, которые точно попадут. Потому что я так не очень представляю, там, как вы там будете по одному рядку атомов отрезать, чтобы его подвестировать. Да, на самом деле, конечно, это будет достаточно большой диск графена при реализации. Если тут, может быть, тут лучше в качестве зеркала не границы чешуйки, а там просто положить проволочку.
Проволочка на добротность сразу понизит. Мы хотим без металла, чтобы было поглощение, которое характерно для графена, но меньше. Вот. То есть как зеркало хранится листа графена лучше? Да, там есть работа, где рассматривался набор мод, на самом деле их там немало. Вот, и достаточно в несколько раз увеличить, и там сразу на двумерном листе уже пойдут разные моды, и там, скорее всего, какая-нибудь мода уже как бы попадет на частоту перехода. Ну, то есть, если достаточно большой, то там можно рисовать на этом месте еще более хладный, и каждый фигурик будет соответствовать. Да. Да. Это конкурентоспособно по сравнению с детекторами, скажем, по химическому сродству, к тому же 3 метра тонкого, вот мощности недаром? Наверное, мы учимся недаром, потому что они когда-нибудь могут стать конкурентоспособными. Как все новое, они не конкурентоспособны. Вот на самом деле, конечно, заранее сказать нельзя. Наверное, одну молекулу, понимаете, если ее посадить на место? Одну молекулу? Да. Но если все ведь зависит от этот detection limit считался из понижения амплитуды генерации на 1%. А может мы можем 0,01% детектором выявить, тогда можно и меньше. Я не знаю, можно там, если взять очень хороший детектор, выявить. Но опять же там возникнут другие ограничивающие факторы, например, сигнал будет и так флуктуировать там, со временем. Да, квантовая флуктуация, просто одна молекула уже будет вносить, может быть, сравнимые с ними. Просто обратная задача. Откуда вы знаете, сила одна большая или там тонкий слой чего-то другого? По характеристическим линиям. Нам ведь важно, вряд ли прямо сядут какие-то молекулы, которые содержат набор характеристических линий у данного вещества. На этом строится вообще спектроскопия. Вот. И поэтому, используя матрицу таких сенсоров, настроенных на нужные линии, наверное, можно селектировать. Ну, конечно, я согласен, что здесь много фантастического в наших изобретениях. И что современные сенсоры, пока их сделают вслухую, но это же, опять же, не значит, что не надо это придумывать и предлагать. А когда-то из этого может случиться так. Вот. Ну и я надеюсь, что не очень вам наскучил. По-быстрому расскажу про третью, более сложную систему, которая, опять же, работает на металле. Она больше всего похожа на микроскоп с иголкой. Точнее, наша система устроена так. Значит, заостренное оптоволокно. Острие, заостренная часть оптоволокна запыляется металлом. Это распространенная техника микроскопии. И делается иголка, которая уже может сузиться до размеров много меньше длины волны, в отличие от самого волновода, который, если сузить до субволновых размеров, то уже ничего туда, мода волновода туда не пойдет. Вот. Ну и можно, например, реализовать накачку, да, появятся квантовые точки на этот металл или какая-нибудь иная усиливающая среда. И у этого куска металла существует своя плазмонная мода. В принципе, можно просто моночастицу туда положить. Но, скорее всего, она будет слишком слабо взаимодействовать с модой световода. Вот. Поэтому обычно запыление используется частично. Значит, например, накачивать можно снаружи эти квантовые точки, а детектировать то, что ушло в оптоволокно. А что внизу? Внизу находится молекула образца, и двигая эту иголку, можно обнаруживать, что, значит, так этот спазер генерит. В детектор видно, можно, значит, разложить сигнал в спектр. Мы в этот раз рассматривали такой вариант. Выжигание, не гашение генерации как целого, а выжигание провалов в спектре излучения, это как бы должно быть более чувствительной техникой. Вот. И если иголка подходит к поглотителю, то значит, часть плазмона, которая как бы эванесцентно торчит вот из иголки, она будет поглощаться молекулами, и генерация может быть погашена в какой-то области спектра. Чтобы получить спектр генерации, по-хорошему надо решать уравнение с шумом. В
Причиной шума являются, как я уже говорил, любые потери. В частности, в случае с пазера основные потери – это потери плазмона из-за поглощения в металле. И возникает соответствующий шум в моде резонатора. А там у нас есть пайзер получится, да? Да. Вот это вот то, что это спайзер, Да, это спайзер, из которого, который чуть-чуть посвечивает в световом. Ну, у лазовика раньше была работа, только без спайзера. Он, ну, оптоволокно подносит. А, да. Поглощение, значит, там порог, меньше порога, все. Да, ну, да, естественно, это идея того же самого лазовика. Ну, он прям забавно. Да. Если как-то плазмон перебой фотона, получается. Да. Активная люминесценция, как это знать? Ну, сейчас вы спрашиваете, что плазмон переходит в фотоны, да? Да. Ну, дело в том, что переход в фотоны происходит даже на самом обычном металлическом шарике. Если мы решим шарик в электростатике, получим, значит, связанное с шариком решение. Но вне электростатики, в электродинамике, колеблющийся диполь должен светить. Да? Поэтому любой плазмон, точнее не любой, но локализованный плазмон... Колеблется, будет излучать, да? Да, он всегда завязан на фотонах. Кстати, с точки зрения добротности, мне кажется ли лучше высшее мультиполе, потому что там излучение будет меньше? На самом деле вы правы, но я не знаю, может быть это связано не полностью с излучением, но квадруполь действительно его, он имеет более узкий резонанс, чем диполь. Причем интересно, что это так вот. Значит, если посмотреть спектр шарика... Просто дипольное излучение 1 на c в кубе, а квадрупольное 1 на c в пятом. Да, но большая добротность квадруполя связана не с этим, потому что обычно у мелких шариков поглощение больше, чем излучение. И я не знаю, из-за чего, может быть, это с локализацией поля связано специфическое. Но вообще диполь и квадрополь выглядят так. Вот это дипольный резонанс, и на нем более узкий квадрополь, и между ними еще там может быть фанон. Ну, так что... Если размер шарика достаточно большой, что радиационные потери превзойдут потери на поглощение, это где-то граница 20-30 нанометров. Если размер шарика больше, то уже радиационные потери больше. Вот тогда действительно это внесет вклад существенно. Вот. Можно ли здесь работать на модах высокого порядка, не дипольных колебаний, а более высоких? Ну, тут все определяется локализацией поля плазмона. Если окажется, что эти моды больше прижаты к концу, то как бы плазмон лучше будет чувствовать частицы. Но может быть возникнет проблема в том, чтобы этот сигнал получить в световой. Ну тут, может быть, для высших мод придется более тщательно сияние при этой ось. Да, там эти моды, они как, они, во-первых, здесь заперты, может, квантование пойти, но там еще и по углу идет квантование. Вот, поэтому весь вопрос, в какую сторону пойдет. А вот все-таки спектр того, что идет детектор вот, после световода, все-таки вот спайзер, он, я так понимаю, на своей частоте как-то там вот, излучит, ну, внутри, вот, да, с частотой спайзера. Да, и он потихоньку свое излучение выдает. Детектор уходит уже световая волна на более высокой частоте. Нет, она на том же. То есть плазмон с фотоном взаимодействует точно на одной частоте, иначе бы это был нелинейный эффект. Надо было вещество какое-то задействовать, которое изменением энергии создало. А когда чисто оптическое взаимодействие, электродинамическое, тогда частота в точности одинаковая. Ну, как и аэрозоры, задача аэрозоры, помните, школьная наша? Вблизи диполя колеблется. Частота в точности уходит в то самое. Ближе колебания, далее колебания, одно часа, они все коронные, наверное, да? Все линейно, одно око просто. Да, это вот это в качестве. Да, ну не линейность только в пределах там, эффектов насыщения, усиливающей среды других, не линейность у нас не учитывается. Вот, значит... Чтобы получить какой-то спектр, посмотреть, каким будет спектр генерации и как он поменяется из-за усиливающей среды, мы добавили в систему шум. Как добавлять шум, хорошо известно из лазерной науки. Шум добавляется обычно в виде белого шума, в самом простейшем варианте.
сила шума определяется коррелятором. Вот двухвременной коррелятор строится, и множитель перед дельта-функцией, он определяет силу этого шума. И флуктуационно-диссипационная теорема говорит, что этот коррелятор однозначно связан с потерями. Какие потери, такой шум. Шум и потери – это одно и то же. То есть взаимодействие с внешней системой приводит одновременно, как палка на двух концах. И значит, обычно, ну, есть достаточно много статей на эту тему, как получить вот это однородное уширение линий, как из него получить спектр. Вот, обычно, значит, там есть два подхода. Один связан с уравнением Фокера-Планка, это обычно теоретические подходы. А для моделирования все-таки используют временной подход, то есть действительно решают временное уравнение, моделируют шум, моделируют белый шум, и мы это повторили, сделали для своей системы. И смотрят отклик, который вот, как бы вместо стационарной амплитуды получается колеблющаяся амплитуда, ну, точнее, в первую очередь начинает фаза, да, диффундировать. А в случае с фазера еще и амплитуда достаточно сильно колеблется. Вот. Дальше с помощью теоремы Винера-Хинчина получают спектр известным образом. Там, значит, Фурье образ коррелятора, он экспоненциально затухает, и, соответственно, коррелятор экспоненциально, коррелятор, двухвременной коррелятор для амплитуды сигнала экспоненциально затухает, соответственно, спектр получается типа Лоренца. Вот спектр, который мы получили численным моделированием. Красная кривая без всяких провалов – это в отсутствии взаимодействия с поглощающей средой. Дальше мы начали подносить это вот острие. Это расчет плазмонной моды. Видно, что она сконцентрирована вообще у границы. Тут немножко такая поле, где можно увидеть вдоль всей границы, но в основном поле сконцентрировано, естественно, на острие. Дальше мы подносили, там, рассчитывая там, поле плазмона, и как бы перекрытие этого поля с поглотителем, с какой-то молекулой, значит, рассчитали, если мы приближаем иголку, то есть молекула находится далеко, поближе, еще поближе. Когда молекула далеко, она выедает вблизи своей полосы поглощения провал в спектре. Ну, опять же, чтобы это смоделировать, надо было... Мы добавили сюда еще два уравнения для диполя и инверсии населенности молекул. Вот. Дальше усиление взаимодействия приводит к тому, что этот, значит, провал усиливается, но оказывается, что если приблизить иголку слишком близко, происходит уширение провала, и, соответственно, есть оптимальные условия, как надо подносить иголку к образцу. Вот. И, значит, вот эти кривые – это глубина провала. Мы считали как простейший критерий, что система работает в оптимуме, что провал наиболее большой, есть оптимум. Вот. Ну и, соответственно, вот первая, вторая, третья линия соответствуют вот этим точкам. Точный резонанс, да, когда у вас частота молекул точно совпадает с частотой генерации? Да, мы для оценки считали точное совпадение, причем вполне возможно, что где-нибудь с краю может оказаться чувствительность выше, на самом деле. Мы просто не дошли до этого. А здесь разные кривые? А разные кривые – это разное число атомов. Тут, по-моему, их... Ну, это, конечно, условные атомы. По-моему, там этот самый дипольный, матричный элемент дипольного момента взят порядка нескольких дебаев там, то есть какой-то такой характерный, просто обобщенный атом. И их число здесь, по-моему, это 1, а вот здесь, по-моему, 20. Вот так. И, в общем, вывод таков, что подобная система должна быть способна обнаружить уже порядка вот десятка атомов, то есть виден провал в спектре. И, кроме того, разрешение в пространстве, тут она получается и спектроскоп, и микроскоп. Разрешение в пространстве определяется малым размером этой иголки, это могут быть десятки нанометров сейчас, да, вот такие микроскопы могут давать. Вот, потом это мы, значит, оценили по локализации поля дополнительно, но это, конечно, не так известно.
чувствительность достаточно высокая и избирательность может быть реализована в пределах того, что значит, ну, есть какая-то ширина линии спайзера, вот в пределах нее можно наблюдать какие-то характеристические пики. Конечно, если нужно достаточно разнесенные по частотам пики обнаружить, ну, от какой-то молекулы характерно там и там, наверное, надо, не знаю, может быть, делать там иголку из нескольких. Есть микроскопы, где рядом несколько иголок. Да? Со сменными иголками. Ну, там возникнет проблема, чтобы снова туда попасть. Да? Со сменными иголками. А то же место, где та же молекула. Да, там у них будет проблема попасть в то же место. Вот. Найти на квадратную даже миллиметры какую-то молекулу, ну или наноструктуру. У нас просто у технологов были проблемы, они сделали на литографе там канавку, а потом ее потеряли на подложке. Не могли ее снова найти, лазили там микроскопом, немножко, поскольку все очень мелко. Ну, наверное, все, я не буду делать выводы. Ну, просто были по поводу, мы, наверное, еще остались. Вот с этим мастером, там... Пару генераций просто не достигается, да? Там мы работали выше порога генерации. То есть этот спектр, это уже шум, он шел вот точнее, значит, как определить выше или ниже порога генерации. Тогда, когда есть шум, нет точного порога. То есть нет перехода от интенсивности равного нулю к нулю. Но шум имеет очень широкий спектр, а из него высовывается такой пичок, когда начинается генерация, более узкий. Вот. Кстати, тут много еще интересного, там в спайзерах возникает нарушение закона Шавлова-Таунса, то есть нет сужения спектра генерации, он в точности равен, ну, точнее, он примерно равен ширине линии усиления квантовой точки, то есть там условия, при которых выводится закон Шавлова-Таунса, не применимы. Ну и много. То есть эта линия оказывается уже, чем что? Она уже линии резонатора и равна линии квантовой точки. А квантовые эффекты как они здесь будут проявляться? Ну на самом деле ведь это шум. Малых интенсивностях? Ну шум может быть квантовый по своей природе, это и есть квантовый эффект. То есть мы как бы в первых двух вариантах пренебрегли, а в этом варианте посчитали уже квантовый эффект. Конечно, можно описывать по-разному, там можно сказать, что через операторы там попытаться в корреляторы. Но это вот Андриан Класснер, я не помню, он когда с этими корреляторами поработал раньше того, как к вам попал или позже. Вот. Но он там, значит, писал, значит, если эти уравнения 3 написать на операторы, тут окажется, что значит, для средних значений нельзя разделить среднее АД на среднее АА на среднее АД, и там эти корреляции начинают влиять. Вот есть методы расчета уже и квантовых систем тоже. Большое отличие нет так? Для спайзера довольно большое, на самом деле. Вот есть работа того же Андрианова, где он придумал, как вблизи порога считать спайзер. Там, значит, получается, что число плазмонов индуцированных много меньше единицы, и тогда можно сделать разложение. Вот, и получается, что, в принципе, отличие от других методов расчета, большинство из которых вытягивается из лазера. Да? Все привыкли определенным способом, типа диффузии фазы, считать спектры. А на самом деле там все по-другому. То есть спайзер там, отличается от лазера довольно сильно. Квантовый. То есть получается, что расчет не имеет прямого отношения к эксперименту. Нет, вот этот имеет. Количественно. Кривая нолик, крестики всякие, кривые, такого нет еще, да? Ну, в эксперименте, конечно, получали лазерные кривые. Вот. И в принципе эксперимент. Хотя бы наклон там или высота. Нет, наклон хорошо совпадает. Особенно много выше порога, где спонтанное излучение. Это намного, да. Я не помню, что кто-то пытался сравнить именно вблизи порога. Ну, возможно, можно так говорить много, а эксперимент там ничего нет. Это наоборот, интереснее ничего.
ну, возможности сравнить того, что насчитали в нашей группе, с учетом квантовых эффектов, с экспериментом, возможности у нас не было. То есть сейчас организуется лаборатория еще. Ну не выяснили, мировые данные. И с мировыми они, по-моему, не... То есть вы одно пишете, они имели другое, да? И мы еще не пересеклись, но надеемся это сделать. Надо сотрудничать, как более плохо просто. Надо ехать и сотрудничать. Сейчас ехать становится все сложнее и сложнее. Почему? Железный занавес уплотняется. Железо, как мы сказали, плохо. Другие материалы. Здесь сейчас там шляпа, знаете, шляпа? Я уже видел. Белики тоже, написчики тоже мизац померят. Ну это хорошо. Ну, на самом деле, спайзеры реализовывать не так просто, было там несколько раз. Вообще было непонятно, генерит оно или нет, и только, скажем, придумали спайзеры в 2003 году. Первые реализации пошли в 2008, но сомнительные, и только вот где-то с 2010, а там уже как бы... У вас есть плотный контакт с какой-нибудь экспериментальной группой, которая этим занимается? У меня есть плотный контакт с группой, которая будет реализовывать спайзеры. Вот, то есть у нас делается лаборатория, которая нацелена именно на это. Где? Ну, вообще это, значит, сама лаборатория территориально частично будет в Бауманке, а частично во ВНИА, Институт автоматики Росатома. Вот, там у них проект сходных исследований, делается лаборатория. Именно под фазой. Можно вот такой вопрос? Вот вы сказали там... Как там рецензенты посмотрел? Ну как смотрит рецензенты, сделал тёрда, а вот поскольку у вас появились более общие теории, сравнить с ней, посмотреть по порядку величины, что вы прикидываете, какого погрешность вашей классической, ну, базе классической теории это можно. Ну мы собираемся это сделать, то есть вот с графеном мы хотели продолжить работу, чтобы там как-то получилось, что. Более сложная теория появилась раньше, чем более простая. Где сравнить? Что вы выкидываете для себя, как его оценить? Ну, мы если сравним, то не для себя, а публикуем. Просто еще не успели, мы хотели. Вот вы сравните, некоторые. Вот если там число экспериментов меньше, чем число теорий, которые описывает мало число данных, тысячи теорий. Да. Это что сравнивать, понятно? Вы лишь не можете фактически не более подходит. В ТСП там порядка низкой пасти простота. Кто-то что-то выходит, кто-то новый. Что там сравнивать? Еще пока не разбудили брать эксперимент, правда? Да, там пробьем. Он стандартный.